И всем привет, ребят, с вами Сарванки, сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен новым изменениям с контейнерами. Сегодня я нахожусь на тестовом сервере, впервые за, ну, довольно длительный период времени, и сегодня со мной на голосе Артемочка, поздоровайся. Привет. Сегодня мы вместе с вами рассмотрим те самые контейнеры, которые в момент выхода этого видеоролика, скорее всего, уже есть на основных наших серверах. Посмотрим, что с них будет падать. Откроем соточку, приобретем. Ну и пройдемся по тому дропу, который вообще в нем есть. Может быть даже минимальное какое-то сравнение сделаем с тем, что же у нас есть на основных серверах. Единственное, 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 где... А, вот оно, короче. Давайте посмотрим сначала, что у нас есть. Артемочка этого, конечно, к сожалению, не видит. Сегодня у нас еще четверг, поэтому не удивляйтесь, не удивляйтесь, что контейнеры еще здесь у меня на основном аккаунте старые. Здесь нужно, конечно же, обращать внимание на то, что какой дроп вообще падает с, с свечений. Да? То есть здесь у нас по 3 500 кристаллов, по 125 расходки каждый. В зеленом десятка премочка голды, которых, к слову, уже в новых контейнерах у нас нету. По другим припасам есть батарейки, и сотка всех, есть 10 тысяч кристаллов в синем. Понятное дело, что все эти краски устройства там тоже есть, просто у меня они уже здесь выпали. Есть голды, есть премочка, есть 25 тысяч кристаллов, да, то есть так же самое. Устройство, 100 кокри в фиолетовом, 300 тысяч кристаллов в золотом и в красном миллион. Что же мы имеем на сегодняшний день уже? Что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы в белом свечении вместо трех с тысяч имеем всего лишь тысяч. То есть это в три с половиной раза меньше. Плюс падает МК-1 вооружение. Вместо 125 припасов да, 125 или 120? 125. 125 припасов по 30. -ки. Зато падает, падают 10 аптек. Аптечки у нас в прошлых контейнерах не падали здесь от слова совсем. Да? То есть с зеленого свечения падала только 125. -ка. В золотом здесь по сотке. Ой, в золотом, в зеленом по сотке. Но зато уже аптечек вы видите, что нету. 3000 кристаллов. Попрошу заметить, в белом свечении 3,5 было в предыдущих контейнерах. Здесь только 3000. В синем десятка, 100 ремочек, нету ни премки, нету ни э, премиум аккаунта и голдов. Да? В фиолетовом 25К, то есть это уже в 4 раза меньше. Да, не акцентирую внимание на батарейке. Также вы видите, что нету этих пачек с припасами. В золотом сотка вместо 300 тысяч. И, и красного свечения вообще в принципе нет. Да? Теперь, ну, можно сказать, что обычные контейнеры это акцент исключительно на выпадение красок, устройств и прочего дропа. Плюс, ко всему прочему, все те ребята, у которых нету дронов, смогут их выбить. И вот именно дроны, я могу сказать, что это, ну, хоть какой-то дополнительный бонус, да, то есть все-таки есть дроны, которые стоят там по 250 тысяч, что является довольно-таки большим количеством кристаллов, и тут вы его сможете выбить. Вопрос лишь только в том, можно ли будет их выбить с новобранца, но я так понимаю, что, наверное, да, да, то есть с Новобранцевым сможет полноценно упасть какой-то дрон. С одной стороны, это, конечно, ну, не совсем, наверное, правильно, но факт есть факт. И понятное дело, что акцент идет на устройство. Каждую неделю после выхода новых устройств с ультраконтейнеров эти которые состариваются ультраконтейнеры, все эти устройства переходят в обычные, вот эти самые замечательные конты, и с них вы уже можете также эти устройства выбивать. Поэтому, с точки зрения выбивания новых устройств, <coughs> неплохо, неплохо, да, то есть неплохо. Раньше там с ультраконтов только вы могли выбивать. Но нужно не забывать про минусы, да, то есть, например, то же звание, которое у нас была миссия названия, да, да, мы получали кристаллы. Теперь мы получаем всего лишь один контейнер. Так же самое с премки мы получаем вместо 3500 и припасов мы получаем тоже один конт. Да. С ежедневных заданок у нас только один контейнер. С недельных у нас один обычный и один недельный. Вот здесь, кстати, я бы, наверное, бы поменял бы. Я бы поставил бы здесь не один теперь уже обычный, а поставил бы пятерочку. Что ты думаешь, Тём? Ну, я думаю, что это было бы справедливо. Ну, либо хотя бы троечку. Ну, типа, один это мало. Ну, один, два, три, как и было там. Было. Ну, либо один, два, три, да. То есть, ну, то есть, один, один, один это мало. Определенно это мало. То есть, если вы уж даете здесь за каждую обычную заданку по одному конту, то здесь видеть за недельные миссии тоже по одному конту, то это мало. То есть в сумме, значит, как бы за неделю должно быть, ну, 7, да, 6, 7, 6, да, то есть 1, 2, 3, ну, в принципе, было бы посимпатичнее, посимпатичнее. Ну и по челленджу, ну тут я думаю, что тут никаких изменений не будет, но я бы, наверное, в будущем хотел бы видеть все-таки хотя бы в золотой цепочке вот здесь вот уже ультраконты. Но все-таки нужно понимать, что теперь обычные контейнеры это уже не так круто. И, и может быть, даже есть смысл в добавлении в нового челленджа э, премки. Премочка нигде не падает. И я уверен, что от этого будет очень большое количество негатива и хейта. И это будет оправданный хейт. Потому что, ну, это... Ну, мягко говоря, жесткий байт на то, чтобы люди, которые, например, даже не донатили, начинали донатить на эту премку. Потому что премка это ну, дополнительный хороший бонус. Да, то есть хоть какие-то лазейки его получения все равно, как по мне, должны оставаться в игре. Ну и давайте купим сотку. Артемочка, если что, мне поможет, посчитает, сколько чего нам дропнет. Да, я ничего не покупаю. Можно было бы, конечно, еще бы в этом видосе посмотреть, посмотреть новые режимы, как там работают. Но ладно, уже этого делать не будем. Сделаем акцент только на контейнеры. Упасть может все подряд, поэтому, ну, наверное, по пятнашке просто откроем все, что есть. И посмотрим, что нам вообще надропает по свечениям. Мне, ну, понятное дело, что сейчас тут сначала упадут все эти корпуса, все пушки. Да. И, кстати, может быть, знаешь что? А приколе, если они М0, вот первую эту МК1 модификацию, они просто уберут с продажи. Понял? Ты не сможешь купить ее. Тебе надо будет ее выбить. Они, кстати, могут это сделать. Ну, ну типа, хоть какое-то объяснение. Потому что по тесту, стало, стоит купить. Ну больше. да, 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 да. Ну, я, хотя я... падает тысяча. Не-не, я думаю, что да. Я думаю, что типа это единственное, что может быть логично. То есть, типа, Всё. тебе надо открыть контейнер, выбить, и потом только сможешь покупать. Типа, если сделают так, то это в принципе, ну, хоть какая-то логика будет этому. А так я, например, не понимаю, зачем, да? То есть, первая пяташка, там на синих все закончилось. На синих. Ну, я открыл уже чисто так протестить больше двух соток, только золотой первый выбил. Типа шанс Ну а фиолет добавить. был? Сколько фиолеток было? Много? Ну, фиолетовый я не смотрел, потому что там густойся какие-то такие себе. Вот только на пробитие выбил гаус такой... Чудо, шанс такой маленький. Ну, мне вот просто интересно, сколько вообще упадет. Понятное дело, что он маленький. Там я, в принципе, в Анонсе ты и почитал. Две пятнашки вообще ни, ни, одно, ни одной фиолетки. В Анонсе там и было написано, что шанс у этих контейнеров намного меньше на выпадение фиолетового и золотого свечения. В принципе, в этом... Ну, просто хотелось бы посмотреть. Упадет вообще хоть что-то со, со 120 контов, потому что, по идее, шанс выпадения должен быть такой же, как и на основных серверах. У меня до сих пор еще падают пушки. Может, сейчас что-нибудь даст. Фиолетик, например. Какой-нибудь. Офигеть, все синее. И. О, фиолет первый. Первый фиолет с третьей пятнашки. Да, ну, в принципе, с таким шансом. Выбивать устройства, ну, будет тяжеловато, наверное, будет тяжеловато. Те, которые будут появляться. Ну, и я так понимаю, что они все будут в золотом свечении, все эти устройства, которые будут с ультраконтов. Вряд ли их будет засовывать в фиолетовые. Фиолетовые будут только если на корпуса. А все, что на пушке, все эти новые устройства, они будут в золотом свечении. Ну, и как вы видите, золотых свечений я пока что не наблюдаю. Больше 120 я думаю, что мы открывать не будем. Это так чисто на проверку. Но пока что нету, да? Это у нас уже получается четвертая или пятая пятнашка. Летит. У нас еще, в принципе, есть немного контейнеров. Ну и так вообще, если посмотреть, да, припасов, как Артем правильно сказал. Мы когда только. Ну, когда он первый раз такой зашел на тестовый сервер, то, что такое количество расходки падает на кризисе за один бой. О, золотое! За один бой на кризисе тратишь и то больше. Рельса, блин, приходил устройство упало, которое у меня даже на основе нет. Нормально. Забирай. Прикольно. Надо забирать с тестового чисто. Но одно золотое есть. Это уже, кстати. Хотя бы что-то интересное, да, то есть, если, с, получается, 5 пятнашек падает хоть одно золотое, ну, это, наверное, неплохо. Если, например, по одному тушить, то там, кого больше везения, будет дропать. А тебе, сколько ты сказал? Ни одного золотого не упало? Или одно золотое? Одно золотое, наверное, не считал, больше двухсоток тушатка. Ну, и, походу, у меня последняя пятнашка, одно золотое. Ну, то есть тут уже зависит все от твоего, конечно, везения. Но дроп, конечно, такой себе, да, кислый, кислый дроп, кислый дроп. Но нужно понимать, что сейчас вы этих контейнеров, конечно, сможете фармить больше, но безусловно, безусловно, за этот год, пока были у нас осколки, пока были осколки в игре, можно было фармить значительно больше. И я постоянно говорил на стримах всем тем ребятам, которые, например, о, второй золотой. Все тем ребятам, которые... Mm. Лол. Офигеть, столько. Ты приколи, сколько там дропа, и падает реально что-то годное. Я всем ребятам говорил, что, типа, у вас есть возможность зарабатывать с контов очень много всего того, чего, например, я, когда прокачивал свой аккаунт, я не мог получить. Я не мог получить такое большое количество халявного дропа, да? кристаллов, всяких там, ну ладно, устройства там мне не нужны были. Но ну, то есть у меня не было такой дополнительной формилки. Сейчас же у нас вот на протяжении года была прям лютейшая формилка контейнеров. Прям лютейшая была формилка. А многие наоборот типа жаловались и говорили, что, блин, там тяжело, там тяжелее сейчас будет. Вот сейчас будет тяжелее, я уверен. Намного будет тяжелее получать уже хороший дроп. Но два золотых со 120 контейнеров мне порой на основе столько не падает, если честно. Мне на основе столько не падает, поэтому, ну, вроде как, шансы на выпадение фиолетового и золотого примерно такие же, как и были. Но единственное только, единственное только поначалу, наверное, оно не будет падать, если у вас нету там каких-то пушек, нету корпусов, в первую очередь будут дропать они. Ну, а так по сути, это, наверное, все. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу нерфов контейнеров. Какое, какая у вас позиция да, на этот счет. Я могу сказать то, что это нерв контов. Да, нерв контов, безусловно. И теперь будет какая-то более особенная ценность к этим предметам. Все же за этот год, как по мне, ну если так подумать, да, по большому, ценность к контейнерам стала, ну такая очень низкая, очень низкая, да. То есть их было очень легко получать и каждый мог очень много всего зафармить, и понятное дело, что, типа, когда ты такой нерв делаешь, то я думаю, что будет очень много негодования по этому поводу. Но было бы все равно интересно услышать вашу точку зрения. Поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Артемочка, может, есть что добавить там по контам? Да, ценность теперь контейнеров, которые ты ловишь. Ну, такая себе. Ну да, да. Теперь да. они более беспонтовые. Ну да, с одной стороны беспонтовый. Но с другой стороны, если подумать, то есть то, что ты, например, можешь выпить выбить с обычного конта то устройство, которое ты раньше мог выбить с ультраконтов, и мы, например, эти устройства вообще не могли получить, да, то есть у нас там, э, как у игроков, которые там не донят, да, у нас была там возможность получить пятнашку с особых там миссий, либо 7 контейнеров с, обыч... с особых миссий, и там получить какое-то одно устройство. Сейчас будет все-таки возможность получить больше устройств, да, но по факту да если вы там делаете акцент не на какие-то устройства а на кристаллы на те голды или премку которая была которых сейчас вообще нету это конечно да это печаль все ребят спасибо всем за просмотр всем удачи и всем пока пока